Ну тут ебашится пиздец. Тут жопа, блядь, на этом Антоновском мосту направлении. Жопа, блядь. Там трупами все и вытащить не можем. Трупами все забито, нахуй. Нашими, ихними, блядь, нашими в основном. Ну, конечно, наши, как всегда, блядь. Да все, в жопе, блядь. Все пацаны на воздухе, все гниют, все, блядь, это, пацана этого вытащить не можем, блядь. 3 недели уже, нахуй, земляка из Красноярска. Путин, ну дай бог ему здоровья, может. Это его тактический прием хитрый, блядь, видимо. Очково что-то становится, блядь, говорю, поддембельно. Раньше на похуях что-то было, тут что. Да не то, что сильно там, я слышу, вижу небо, все вижу, блядь. Да тут наши начали долбить сюда, подъезжать к нам, к нашим позициям, и от нас долбить. Они-то съебывают сразу, а мы-то остаемся. А эти начинают искать, откуда выход был. А эти на гусеницах раз-раз отстрелялись, блядь, 5-10 выстрелов, блядь, и съебались. А эти начинают искать, откуда выстрел был. Сейчас же вся эта технология, техника. По воздуху слышно, откуда выход, и по земле, и по всей хуйне слышно, откуда был выстрел. Они по съебкам, а мы, блядь, здесь сидим в лесу, нам никуда не деться нам. Как хотите, так и выживайте. Не заебалась она уже. Так. Уже не обращаю внимания. По рации кричат воздух, воздух. Блядь. Пошел нахуй, короче. И все, сидим дальше. Пиздим, шашлыки жарим. И вот опять выход сейчас. Куда-то прилетите. Тихонько, тихонько, слышишь, пух. Пух на той стороне, пух. А это пух прилетает сюда, бабах.